Привет всем на канале. Сегодня 23 февраля. Всех мужиков поздравляю с праздником, с Днем Защитника Отечества. Ну и сегодня решил заснять видео, наконец-таки, на Аура Монстра 15D1 сабвуфер, можно сказать, обновленный в 2023 году у Аура. У него много вообще новинок, вот как раз Индиго сабвуфер. Ссылочку прикреплю, тоже снимал. В принципе, очень понравился сабик. Вот как раз Монстра 15D1, который мне, в принципе, очень понравился. И даже в Филдере свой проект я взял. Вот я как раз хотел рассказать тайну, кто вот смотрел до видео, которые были прошлые. Я себе взял под Новый год как раз второй саб. И вот в Филдере будет стоять два Аура Монстра. С этим коробом я особо не колдовал, он как бы уже катается у меня, ну сколько, я не знаю, месяца два походу, и в мороз, и так далее. Что я хотел вообще отснять-то? Примерно, что он может. То есть это тестовый коробок, объемом литров 150-160 чистыми. В нем я и тестировал Феникс Спорт 15, и 315 ДФ, и не помню, уже еще какие-то сабы были. Кто хочет, пусть переходит, смотрит. На моей странице видосов как бы вполне хватает. На Феникс Спорт прикреплю. Посмотрите для интереса, сколько он смог в этом коробе. Так вот и что, когда я его подсоединил, подключил, как раз выложил видео коротенькое в шоте, но был мороз. Вибро как бы вот это вот все, лабаш держал прямо очень хорошо. Хотя здесь вкатан вот в этом месте вибро VDM Sport Unlimited от Аура двойным или тройным слоем. И то вот как бы флекс, вот можете посмотреть, видео я снимал, тоже скорее всего прикреплю, либо так сами найдете. Флекс, конечно, жесточайший от него. И получается, на датчик он показал очень прям такие хорошие цифры, но пока был не размятый, пока было морозно на улице, то есть было все жестко с кузовом. Сейчас вот я сам как бы прогнал, рез, конечно, подупал, и я его немножечко, ну, перепилил трубу на более повседнев, чтобы играло даже от 28 Гц. То есть вообще этот сабик-то резонансной частотой очень высокий, я думал, что он чисто только для, не знаю, верхов там и так далее, но он очень хорошо играет низа, не прямо самый низ, чтобы там качать, я не знаю, там насос там и так далее, хотя ход у него очень хороший, я думаю, в начале видео вы это уже убедились, но он как бы универсальный, то есть он может и снизов, ну там с 30, с 28 Гц и до верхов. А в этом видео я покажу как раз полочку, как вот играет в этом тестовом коробе, но этого объема сильно много, то есть вообще как бы вариант совсем немножечко другой надо делать. Поменьше объема и, скорее всего, на 200-й трубе. Сейчас играет на 250-й. Но мне вполне, в принципе, нравится. На 200-й попробовал. В этом коробе это ничего особо не заигрывает. Как говорил, под Новый год я себе взял. Все-таки будет два сабвуфера на Филдере. Я просто не представляю, какая жесть из-за этого всего получится. Поэтому подписываемся на канал. Смотрим, контролируем. Я думаю, ну, в начале марта выйдет видео по первому запуску. Я вот и хочу это быстрее отснять, чтобы снять вот этот вот короб и засунуть в этого Филдера, в своего короб с двумя Аура Монстр 15D1 и запустить как раз 1.4500 в супер низкую нагрузку, что там пишут, вот вообще он не может там и сдохнет и так далее в комментариях. Вот смотрите, кому будет интересно, будет играть в 0.25 Ом. Надеюсь, что будет. Загадывать не будем. Как раз это будет вот в новом видео с двумя Аура Монстра. Пока как бы будет вот такой запуск в 0.25 Ом. Посмотрим, как играет. Как раз еще и манганат будет больше секций Филдери. И придет, уже идет от Антохи Фролова генератор-басоратор на 240 ампер. Я его воткну Филдера вместо 140 амперного своего, и будет вообще прям весело. Так что к этому сезону Филдери будет прямо, я не представляю, какая жесть. Так что я говорю, подписываемся и следим. А также скоро уже я начну
собирать короб вот в эту машину, в 11-ю. Здесь будет стоять 4 Феникс Спорт 15-х. В коробе не так, не как у всех, как обычно. Короб будет такой же, как был в Жигулях моих, в четверке, только немножечко переделанный по-другому. Короб ЧВ-стена. Я думаю, как бы, может, кто знает, может, кто не знает, но первый самый, вот я в России его и сделал в своих Жигулях в четверке. И он показал офигенное КПД. То есть в 2-3 500-х на тот момент, это лет 5 или 7 назад, был рез в районе, ну, 158 дБ. Притом полка была вообще жесть. Там 155 на 25 было с копейкой. А потом я еще и допилил, что даже 156,5 было. Так что там разрывало прям по жести. Ну а сейчас о филдере. Филдер уже, вот я только купил 202 кузова. Вот такие вот зеркалами штучки. И уже вот отломало. То есть флекс, конечно, неимоверный от Аура Монстра. Я говорю, даже может по резу покажется, что и не сильно много. Хотя для многих это, в принципе, вполне нормальный результат. Тем более с таким питанием, с такой мощи. И что получается? И по салону сидишь-то прям, ну, такой вот жесть. Очень даже хорошая. Так что сабик, в принципе, советую. Ну, а как доказательство, вы уже посмотрите видео и уже решите сами, стоит ли брать его или не стоит. Потому что цена, в принципе, ну, 33 тысячи, это не так уж и много. Тем более с нынешними ценами. Конкурент, я думаю, для него, в принципе, Прайд Теха. Ну, из Альфарда что-то. Феникс Спорт 15-й, тоже, как бы, конкуренты в цене в этом плане. Но выбирать, конечно же, вам. Этот САП, я сразу скажу, как бы поуниверсальнее Феникса Спорта. Тут, конечно, по низам половчее. Вот сразу могу сказать из этого тестового коробка, что Феникс Спорт по низам ловчее играет. Но именно по верхам и так далее, как бы этот более такой универсальный. То есть он для музыки будет играть повеселее в этом плане. Но если хотите раскачивать прям машину флексом и ветром, хайером, то есть у меня с Феникса Спорта был хайер вообще, в принципе, спокойно, а, и что получается, то выбирать, конечно же, его, а вообще выбирать вам. Смотрите, что берите, я не пропихиваю. Хотите Прайды, берите Альфарды, Уралы, там фирма дофига, Сваты, что только нету. Мы тестируем то, с чем имеем дело, как говорится. Так что, кому интересно, смотрим. Все, продолжаем. Что у нас получается? Датчик на стекле. Все здесь. Здесь будет показываться моща, которая залетела. Здесь будем, если что, пикфолдом останавливать. Питание, я как уже и говорил, не особо много. Но для теста, в принципе, вполне пойдет. Вот, кстати, вот такие вот динамики. Новинка DL Audio Scale Neo. Будут стоять в филдере. И в 11-й тоже. В 11-й будет в количестве 12 штук в одной двери. Вот такая вот жесть. Так что, я говорю, будет очень интересно. Так что ждем и смотрим. Так, ладно, начинаем тесты. Я буду уж делать, наверное, с переключением. То есть на одной частоте померим. Потом пауза, другая частота и так далее. Начнем замер. С любимой всеми частотой 25 Гц, но короб не настроен. Цифры будут кратно меньше. Но показать полочку вам надо, я думаю. Так, что получается, жмем. Замеряем. Так, 2,5 кило отдал усилитель. Вот такой вот рез на 25 герцах. Так, переходим на 28 герц. Так, здесь сразу обнулим. 28 герц. Так, смотрим. Так, на 28 герцах вот столько вот отдал усилитель. Получился вот такой вот результат. 145-63. То есть сразу перепад какой. Вот тут, я думаю, тут будет видно, как полочка идет. Так, обнуляем теперь опять. Так, обнулили. Смотрим.
весе. Ну, почти 2,9 кило. Рез 147-28 на 30 герцах. Это вот я как раз чуть-чуть длину увеличил трубы. И на 30 стало играть, чтобы от 28 как бы слушать нормально треки. Так, продолжаем. Теперь 32 герца. Смотрим, что у нас будет по результату. Так, усилитель отдал 2,9 кило. 148-18. Вот такие вот циферки получились. Так, теперь переходим на 35 герц. Обнуляем. Так, обнулили. Так, тут у нас не увеличилось ничего на 35, но показало сколько? 148-14. Ну, то есть практически одинаково. Пик, я сразу скажу, сместился на сколько у нас? На 3-4 герца. Вот сейчас вот для прикола померим. А было на 35. Так, вот сейчас вот сюда я камеру сделаю. Посмотрите, что творится с лобовым. Происходят 148,6, вот такие вот циферки на 34 герцах. Это вот сейчас самое большое в данных погодных условиях и так далее. Так, что получается, можно теперь обнулить. Отдало, кстати, 2,8 кило, ну 2,9 практически. Так, теперь обнуляем или обнуляем. Дальше идем по частотам вверх. 37 герц. Сейчас уже будет помаленечку падать. Тут уже вообще лобаш с ума сходит. 147-16 на 37 герцах. Отдал усилитель 2,8 кило. Так, идем дальше на 40 герцах. Так, 40 герц. Смотрим, что происходит. Здесь, кстати, обнуляю. Чуть не забыл. Так, обнулили. Цифры тоже обновим. И смотрим, что происходит. Рез 146,89. Так, теперь еще повыше берем. Ну, вплоть до 45 герц. В принципе, слушать можно. Так, здесь тоже обнуляем. Так, глядим, что происходит. Так, здесь обновим. Здесь тоже. Так, что здесь сделали? Включаем 45 герц. Посмотрим, что на 45 герцах. Получается, вообще по идеалу слушать треки от 30 до 40 герц вообще вполне себе нормально. Но это вот именно на такой настройке. Так, датчик на стекле. Сейчас посмотрим, что творится и какие циферки показывает
на датчик, на музыке. Трек, что у нас получается, 34-35. Так, глядим, что будет. Какие ужасы. Вообще около 2 кг, в принципе, долговременно на этом сабе можно валить спокойно. Но цифра около 148 дБ, то есть на повседневе вполне себе нормально. Так что как настроите, так у вас и будет. Все, всем счастливо. Но вообще получается, как всегда всем и говорю, что вы напилите, то и получите. То есть вот сейчас у меня как вариант сейчас вот играет от 30, да даже от 28 до 40 вплоть герц. Мне вполне этого достаточно, и треки прям нормальные, флекс такой хороший. То есть вообще прям ништяк. Как вы сделаете, это уже на ваше усмотрение. И рез вы можете сделать лучше. Я говорю, это короб как бы просто всего лишь навсего тестовый. Но сейчас вот посмотрим на музыке, как будет играть, какие цифры покажет. Вот, например, на треке на каком-нибудь там 32, 33, 35, чего-нибудь такого герца, что происходит, флекс, не флекс, пока еще темно. И все, и на этом будем как бы видео заканчивать. Так что до встречи в следующих видео, будет уже намного интереснее. Еще и, кстати, скоро буду проверять Raven 2750, версия V2. Замерять мощность, скорее всего, вот от этого сабвуфера. Но и потом уже будет ставиться 2 аура монстра, и это вот ей уже такая жесть будет, что я не представляю. Так что следим за каналом, будет по ходу веселье, полные штаны. Все, всех обнял.